На 2 порции понадобится гречневая крупа, 300 граммов куриной грудки, замороженные грибы, сливочное масло, вода, болгарский перец, морковь, лук, томатное пюре, 1 столовая ложка, растительное масло, зелень, соль и черный молотый перец. Грибы кладем в кипящую подсоленную воду и варим 10 минут. Пассируем овощи. Нашинкованный лук кладем в сотейник и обжариваем. Туда же помещаем нарезанную морковь. Чтобы жир у нас немножечко окрасился в оранжевый цвет, ну и морковь была немножечко мягкая. Нарезаем курицу крупными кусками, а в овощи добавляем томатное пюре. Прогреваем буквально минут 5, чтобы запах сырости исчез. Грудку обжариваем до румяной корочки. Затем нарежем перец и соединим с луком и морковью. Жарим еще пару минут. Грибы у нас тоже готовые, поэтому добавляем их после перца и слегка обжариваем. Добавляем в овощи курицу, прогреваем 1 минуту. Добавляем горячую воду и затем промытую гречневую крупу. Примерно соотношение воды и крупы 1:2. Добавим соль, перец, как только крупа впитала влагу, количество жидкости у нас уменьшилось. Мы добавляем 1/2 сливочного масла, 1/2 растопим и при отпуске будем поливать. Закрываем крышкой и ставим кашу привать на очень слабый огонь, минут 30. Рецепт гречневой каши по-купечески. Отварите грибы в течение 10 минут. Обжарьте лук и морковь, добавьте томатное пюре, тушите 5 минут. Затем обжарьте курицу. Перемешайте лук и морковь с болгарским перцем, грибами и обжарьте. Соедините овощи с курицей, добавьте гречневую крупу, воду, сливочное масло, специи, тушите 30 минут. При подаче полейте кашу растопленным сливочным маслом. Готовим по проверенным рецептам вместе с опытными кулинарами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски программы.